такая рубрика, которая называется «Строители без границ». А строители – это такие же самые люди, как политики, как кинозвезды, как известные другие личности. Иногда бывает очень приятно говорить с человеком, когда он раскрывается и когда он действительно профессионален в своем деле. А не важно, кто в этот момент ты. А особенно трепетно я отношусь вот к этому строению. Это декоративная кирпичная кладка. Она есть практически в большинстве интерьеров, современных интересных интерьеров. И каждый человек, каждый мастер делает это по-своему. У меня есть где-то свыше 10 роликов в разных странах мира, где я это делаю по-своему. И когда я встречаю родственную душу, которая занимается точно такими же работами, хочется понять философию этого человека и технологию его работ. А теперь я вас познакомлю с этим парнем. Добрый день. Дима, это твой шедевр? Законченный шедевр? Да, этот шедевр подходит к концу. Осталось доделать одно маленькое место около проводки. Угу. И в данном проекте были использованы натуральные кирпичи. Вот так они были нарезаны по толщине 15 миллиметров. То есть это кирпич, который, смотри, был демонтаж здания. Да, и это кирпич, которому 100 лет, может быть, даже больше. И он был нарезан по примерно 15 миллиметров по такими дольками. Как можно видеть, они абсолютно все разные. Тут нету двух абсолютно одинаковых кирпичей. И идея была такая, чтобы создать... Я не старался выравнивать и делать их ровные, эти швы, для того, чтобы показать, что... подчеркнуть то, что это здание, зданию больше 100 лет. То есть сделать в некотором таком кривом стиле. Во-первых, сама геометрия кирпича, она неровная. Да, и сама геометрия кирпича неровная. Когда ты говоришь, я не старался сделать ровно, а ты фактически не мог этого сделать. Не мог этого сделать. У петровских кирпичей, кирпичам, которым за 100 лет, у них нету геометрии, и у них ширина шва в старых зданиях от 1,5 до 2 сантиметров, кстати. Да, но я посчитал, что сделать шов, который был бы 2 сантиметра, это было мое мнение. На данном было бы слишком сильно выделяло бы швы. А все-таки хотелось бы сделать так, чтобы швы были как бы подчеркивали эту несоразмерность этих кирпичей. Поскольку чем дальше швы, тем меньше мы будем замечать расстояние между самыми кирпичами. И я думаю, когда я устанавливал эти кирпичи, я проверял каждый четвертый ряд, чтобы они просто сильно не ушли, но вот примерно по четвертый, пятый ряд здесь я делал так, чтобы они, ну, имели возможность так плавать. И этим создавали такой определенный, не знаю, хаос. Резанный кирпич, тут можно среди них найти разные. То есть, ну, я посчитал, что это, может быть, будет уже как-то чересчур, но, в принципе, если по желанию, если можно было бы это, можно реализовать любые, как сказать, фантазии с этим материалом. Можно, а то, что ты реализовал, вот, например, вот этот интересный кирпич. Да, я некоторые кирпичи при транспортировке, поскольку даже как бы лопнули, я просто их составлял даже на некотором расстоянии, чтобы оно имитировало трещину. Вот, например, как здесь, в этом углу, здесь есть такие моменты в этой кладке, которыми я просто пытался сделать такие вещи, которых, ну, можно было бы взгляду где-то зацепиться, чтобы она не выглядела бы слишком однородная такая. Вот, ну, какие-то такие акценты я оставил. Причем в некоторых местах я
На этой стенке, наверное, нет, но вот с этой стороны, где труба, здесь я даже вставлял какие-то нерегулярные детали для того, чтобы было такая, создавался такое немного хаотичное такое рисунок. Дима, на какой клей ты клеил натуральный кирпич и почему? Это был Knauf К4 эластичный клей. Я думаю, что для этой работы можно было бы использовать и клей попроще, но я знаю, что этот клей просто... Я всегда с ним работаю. Он гарантирует хорошее качество. И поскольку мне надо было, когда я постанавливал не одним рядом, я делал сразу по 4 ряда вперед, поэтому мне надо было... Эластичный клей дает возможность подвинуть их во время работы. Ну, это получается абсолютно любой эластичный клей. Нет у тебя преимущества. Да. Любой, который супер эластичный. Да, клей, я думаю, что можно было бы использовать и клей другой фирмы, но здесь получилось так, что просто я использовал Knauf. Что у нас с затяжкой шов? Мы там немножко с тобой, грубо говоря, разъехались. То есть я считаю, что шов должен быть фигурный, который мы работаем швабровками. Тоже работал швабровками, кстати, какие? Да, вот я работал двумя швабровками. Одна, поскольку здесь шов нерегулярный, то мне было удобней использовать. Вот видите, это сюда не лезет. Это я делал более тонкой для того, чтобы подчеркнуть. То есть, смотри, вот ты брал американку, абсолютно железную американочку, на нее накидывал раствор. Да, вот так это все происходило. Сюда мы накладываем раствор, ставим под низ кирпича и вот такими движениями... А тридцаточка, тебе удобно работать с тридцаткой? Не было ли смысла брать больше? Нет, мне это было очень удобно, и я считаю, что для меня это было оптимальной. К тому же, при помощи этой я мог подлезать в такие углы, где бы я больше не мог использовать, как, например, под подоконником, или, я могу всегда подставить и сделать шов вот так. Mm-hmm. То есть это вот эту узкую площадку я очень тоже часто использовал. Боковой шов, как это? Да. Боковой. Вот этот вертикальный, заполняем верхний и нижний. Но с платформы ты же не возьмешь таким образом. Ну, я делал вот так. Вот такими движениями мы заполняем снизу доверху этот шов за 3-4 движения, и потом формируем. То есть, по сути дела, ты 3 мм утапливал просто шов, и ты считаешь это более правильным решением? Для данного проекта я считаю это более правильным решением, во всяком случае, мне так кажется. Моя идея заполнять МПшкой и резать фигурный шов ножом тебя взбесило, и ты говоришь, нет, я потратил на это время. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Да. Для меня это ассоциация вот этого кирпича, для того, чтобы было просто, это как буханка, скажем, черного хлеб-кирпич, например, который обожжен в печи. Снаружи этой буханки или этого кирпича образуется слой корка, которая обладает определенной устойчивостью, скажем. А когда мы ее это срезали, образуется миллион микропор, который Ротбанд, он очень мелкодисперсный материал, и он начинает закрашивать вот этот кирпич. И для того, чтобы это все можно было потом нормально почистить и привести в нормальный вид, мне кажется, что этот материал предпочтительный, который идет. У нас еще какая главная ситуация. Большинство европейских бенилюксовых интерьеров, они выглядят следующим образом, что, предположим, 4 стенки, 4 из них будет в кирпиче. Для чего? Это такой, скажем, хайп,
интерьерный, для того, что кирпич выполняет функцию кондиционера. То есть он остаток влаги в помещении вбирает в себя, и когда помещению не хватает, он ее выдает. То есть, находясь в этом помещении, где одна стена будет кирпичная, это будет совершенно здоровое, комфортное помещение без кондиционера. И если мы работаем ротбандом по той технологии, как я, ты утверждаешь, что ее возможно делать на декоративные кирпичи. А да. На натуральную основу она не годится точно. Ну, еще здесь я об этом можно еще раз сказать. Возможно, можно было бы сделать и ротбандом, но по моему мнению, для этого дома, и я могу сослаться и на пожелание заказчика, что хотелось создать ощущение, как будто это не фальшивая стенка, а это и есть именно та несущая стенка, или ну, наружная стенка здания в данном случае, которая и была как бы смурована 100 лет назад. То есть вот из этого кривого кирпича, этим известковым раствором и поискать какой-то интересный момент вот именно в том, что оно такая как бы неаккуратная, вот на этом сделать какой-то акцент. То есть я думаю, что известковый раствор для данной, для данного интерьера, который, ну, еще пока не закончен, но который формируется, будет более выгодное решение. Давай вернемся к углам. Тоже интересная находка. И твоя философия угла. Углы я пытался сделать так, что угол формирует как бы кирпич. Вот здесь мы видим, что он здесь обрезанный, уходит в тот. Это можно будет потом посмотреть с этого ракурса. И для того, чтобы эти углы не выглядели очень регулярные, такие вертикальные, чтобы придать им какой-то некоторый шарм, я подумал, что можно просто взять болгарку и их отшлифовать. Они еще пока сырые. То есть я их сделаю так, чтобы он, этот угол, был нерегулярный. Я, во-первых, то есть это недоработанная версия? Да, это, да, я думаю, что здесь еще можно было бы немного поработать. Например? Например, чтобы я хотел бы избавиться от этих острых углов. Вот это же вот оригинальный угол, ты даже да, не скажешь, что он неоригинален. Да, и второе, я, может быть, даже бы подумал, что взять, если терракотовую затирку для швов плитки, то можно было бы и скрыть вот эти. У Атласа есть швы. Затирка, которая да, по каталогу подошла. И да, она очень прекрасно подходит. То есть получается, смотри, накладывается кирпич на кирпичик, как в этом случае. Да. Дальше болгаркой сбивается шов, чтобы да. он был нерегулярен, да. например, как здесь. А эта часть заделывается атласовской терракотовой затиркой. Да. И тогда хочу еще оговориться, что не здесь эта плитка, до того, как это будет до сдачи, ее надо будет пройти металлической щеткой, почистить от больших вот таких, ну, раствора, который ну, сам падает по себе, чтобы она была, повысить ее как бы эксплуатационные качество интерьера, просто для того, чтобы там, не знаю, всю эту лишнюю пыль надо будет сбить железной щеткой. Давай подойдем к откосику, решение откосов окна. По-моему, сделано супер просто. Да, это то, что вот эту плитку я наклеил на сверхный откос, это дает такое ощущение, как будто это и есть истинная кладка. Тут я пытался поставить несколько кирпичей как бы неровно, для того, чтобы, ну, тоже, чтобы сделать какое-то определенное разнообразие. Тут такой как бы экспромт получался. И вот это какая-то нерегулярность, какие-то сколы, они, ну, на мой взгляд, смотрится выигрышно в данном... Что именно? Покажи пальцем. Вот, наверное, вот этот вот полукруг, да? Ну да, вот этот. Так, можно было бы
я тут с трудом сдерживал фантазию, можно сделать, как будто это вообще пол разваливается. Но это уже не на этом. Откос у тебя ровен, видишь, да, он как струна. Да. А эта видная часть, она такой, как будто бы ты был пьян. Да, да, конечно. Я скажу так, что геометрия самого окна и откосы были сделаны абсолютно по всем нормативам и по уровню, и под определенным углом. И потом уже вот то, что вы видите, это может быть немного кривизна, это уже дало просто плитка разной толщины, и ну так, чтобы это не выглядело вообще как бы по струнке. Но сама конструкция под этой плиткой, она абсолютно... Почему подоконник графит и примыкание подоконника к кирпичу? Да, поэтому, потому что мне кажется, что этот розовый или красный кирпич терракотовый, он очень хорошо смотрится, когда его оттеняет, ну, на контрасте с темным потолком. Если посмотреть, например, в тот угол, то видно, что ему он начинает играть, то есть светиться вот этим красным, когда рядом с ним что-то темное. Поэтому я думаю, что здесь могут быть со временем жалюзи, например, серые. И это со внутренней стороны создаст такой, ну, мне кажется, правильный интерьер. Потому что... Я свою версию скажу. Смотри, я, например, больше по Голландии и Бельгии, да, например. И я вижу себя, шов, в как вот система координат этих культур. Ты больше англичанин. Ты впитал просто английскую культуру, и тебя Англия просто захватила, и ты в эту тему идешь. Ну, потому что, может быть, ты в Испании провел меньше времени, чем в Англии, а в Англии ты прям глубоко копнул, и это накладывает впечатление, ощущение, или это какая-то другая интерпретация? То, что я сейчас вижу, например, это не Латвия, это не латвийская история. Ну, видишь, здесь еще есть одно такое, по моим понятиям, вот посмотри, этот красный в этом интерьере, он очень насыщенный, и, во-первых, мы не можем здесь с точки зрения правильного интерьера делать еще что-то очень цветное или яркое, потому что сам этот кирпич, он выглядит самодостаточным абсолютно. Он имеет несколько явных оттенков, от такого оранжевого до пережженного, серого, красного, темно-красного. То есть... Все остальные детали, как мне кажется, и потолки, стены, остальные стены и пол, это могут быть абсолютно нейтральные, пастельные, такие приглушенные цвета, которые, наоборот, бы должны подчеркивать вот именно этот яркий кирпич, иначе... Смотри, знаешь, как мастер здесь каждый раз судят, если приходишь, а у тебя грязные шпателя или швабровки, ну явно там не пахнет каким-то мастерством. Смотри, на что я хочу сакцентировать свое внимание. Это вот материал заказчика, а это обрезки. То есть ты не выкинул буквально кусочек. И более того, ведерочки, смотри, собраны вот все вот эти, и все это заботливо сложилось. Ну, во-первых, эти маленькие кусочки, они иногда мне помогали. В некоторые они здесь не были такие... в мусор. Да, хотя нет. Материала предостаточно, нет, резать сколько угодно. Да, извините, это, например, вот если посмотреть на это, здесь, когда будет установлен паркет, то будет подрезано, значит, еще один ряд этих кирпичей до паркета, для того, чтобы максимально лаконично выглядело это сопряжение паркет-стенка, ну, пол-стенка, и, возможно, можно попытаться обойтись без плинтуса. То есть, вот, например, вот в этом месте видно, что не хватает какого-то кусочка, и если
можно его подобрать из кучи кусочков и туда ставить. То есть я так это использовал. То есть это уже как это мозаика, когда мозаику колят и ломают каждый микрокусочек. Да, ну потому что намного. Это все. Весь этот труд для того, чтобы это выглядело как банально настоящая стена. Да. То есть человек, который сюда сейчас поднимается, и многие не любители вот этого этномотивов, лофтов, он поднимается и говорит, ну и что, ну кирпич это, ну кирпич и все. И никакого интереса не представляет. Мне трудно судить о своей работе. Обычно нормально, когда... Потому что я пока это делал, я во мне произошли некоторые трансформации, я уже думаю, что может быть я где-то ошибся, может быть надо было вставить какой-то другой кирпич, ну так. И хотя я доволен своим, удовлетворен своим результатом, но мне кажется, что если все это начать сначала, я, может быть, сделал кое-какие вещи по-другому. Давай покажем, как выглядело до начала работы. Вот фактически это МДВП стена, просто пройденная сакритом. А вот готовый продукт, но он не готов. Ты еще хочешь поработать со швами. Обработать швы все-таки ты считаешь нужным. И я считаю, что когда мы определимся, этот потолок, он просто загрунтованный. Я думаю так, что когда мы определимся с цветом и тоном этого потолка, когда будет ясно, как у нас будет выглядеть пол, я предполагаю, что, возможно, не все, но какую-то часть этой плитки может быть... Или та, которая ближе к окну, или наоборот, та, которая ближе к углу. Возможно, какие-то швы можно будет или лазурик полупрозрачный пройти и сделать чуть-чуть более, придать более... Именно шов, не трогая самого кирпича. Нет, самим кирпичом нет. А именно швы, для того, чтобы сделать какие-то акценты, подчеркнуть какую-то... Например, чтобы было более явно выраженное как бы рельеф или игра этого света и тени, потому что может показаться, что эти швы очень однообразные по сравнению с этой плиткой. Поэтому яркий угол, потому что смотри, огромное панорамное окно и такая маленькая абразура. То есть здесь ты человек будет в спальне вставать, просыпаться, у него маленькое окошко взглянуть на дворик, да? Да. Это, по-моему, самая интересная локация вот в этой части. А как это делалось? Всю подготовку ты делал абсолютно сам, так? Да. Во-первых, здесь было из блоков. Сначала эта стенка вообще смурована. Ее здесь, по идее, не было. Эта вся стена была толщиной в один кирпич. Я из газобетона эту всю стенку вообще сначала сложил, потом облицевал этим кирпичом. Ну, еще отделка МДВП была. На этой стене конкретно не было. Нет, здесь просто... Да, это ДВП кончается здесь, на этом углу. А, понятно. То есть, поскольку здесь этот... Чтобы вы понимали, что я называю МДВП, это панель запас, ее просто кто как называет, и мы здесь можем видеть пирожок, хоба, дальше идет у нас сакрит бак, и после этого уже набираются из натуральных кирпичей вот такой объемный интерьер. В тех кубах, где сейчас сакрит бак, здесь будет натуральный паркет, и это такой будет интересный проект в этом помещении. Здесь будет натуральный паркет на полу, на стене, из шпал будет выложена кровать с американским матрасом, это будет уже под концовочку. А сейчас просто Дима сдает свою работу по кирпичику, так? Да. То есть работа кирпичом тебе очень понравилась, вставила. Это не есть твоя основная работа, ты отделочник-универсал, который работает в любой точке еврозоны, да, и берется за решение проблем с нуля под ключ. Но здесь, что интересно, огромное количество данного кирпича. Когда начинали эту работу, я тебе сказал сразу, что Дима
Эта работа кропотливая. Сколько выработки этой работы вот, под ключ вот, от такого состояния, как мы взяли и уже сделали, чистых квадратных метров в день? Если на меня уж на установку конкретно этой плитки кирпичной у меня ушла неделя. То есть ты так не философствуй. За одну рабочую смену реально под ключ сколько? Квадрат? 10, здесь, ну да, потому что во-первых, поверхность не всегда здесь была подготовлена, то есть мне приходилось самому что-то смуровать. Ты что-то... коротко ответь на вопрос, я тебе суть вопроса сейчас объясню. Нас могут смотреть в Англии, могут смотреть в России. И стоимость часа, квадрата в разных странах по-разному. Глупо называть стоимость этой работы, а человек хочет понять, что он понимает. Поэтому чистой квадратуры квадрат, 10, 5, 8, сколько вот твоя выработка? Так, смотри, вот эту стенку я делал 3 дня. Не про квадрат, скажи, да, сколько я в день устанавливал квадратов? Ну, 5 квадратов. 5 квадратов теперь я могу установить. Перезадаю вопрос. Да. Раз, два, три. Дима, итак, выработка у нас сколько примерно под ключ квадратных метров в день? Это за день 5 квадратных метров. Чтобы не лукавить, смотри, 5 квадратных метров, мы скажем про прямую стену. Когда мы переходим в трубу, то это будет, Дима, где-то в районе 2 квадратных метра в день. Во-первых, задача была такая, чтобы... Во-первых, они немного отличаются по толщине, ну, как это уже видно. И, во-вторых... Я старался подбирать в более заметные зоны более кирпич, который выглядит более декоративно, то есть с каким-то вот таким рисунком, чтобы он был смотрелся более выигрышно. Например, в местах, где будут радиаторы здесь под окном, здесь будут стоять два радиатора. Здесь я устанавливал кирпич попроще, который выглядит, ну, более гладкий и не выглядит столь, скажем, эффектно. А вот именно между радиатором и подоконником я ставил кирпич, который более эффектно выглядит, более выраженным рельефом. То есть, мир, он то немножко есть... другой. Каждый человек, глядя на этот шедевр, говорит, я хочу это купить. И он должен понимать ориентировочно, сколько это стоит. По прямой площади 4 квадратных метров до 5, а по элементам и узлам не более 2 квадратных в день, чтобы достичь такого эффекта. Я же правильно понимаю? Да. Соответственно, стоимость в России и в Лондоне, где-нибудь, в Москве и в Лондоне, будет, наверное, чуть-чуть отличаться. Наверное, да. Наша цена у нас получается, что порядка на маленьких узлах это 40 евро квадратный метр удовольствия. На больших это в районе 20 евро квадратный метр. Да, то есть это то, да. За что стоит браться, меньше просто нет никакой рентабельности. Во-вторых, как здесь видно, я пытался очень точно этот кирпич подрезать, именно сделать совмещение с потолком. Потому что он просто идеален, если придираться. То есть это получается, сначала потолок был установлен, а потом встал кирпич. Да. Количество подрезки, даже эту стену очень трудно назвать ровной. Ну, в смысле, что мы говорили по ровной, выработка больше. Да. Тут количество реза таково, что и эту стену очень сложно обозвать ровной, да? Да. То есть моя философия была такая, если бы здесь был толстый шов, то не создавалось бы впечатление, что этот потолок... Ты имеешь в виду примыкание именно к потолку? Да, да. Мне хотелось создать ощущение, как будто этот потолок врезан в стену. Ну, то есть сверху старой кирпичной кладки. Угу. Для этого нельзя было здесь сделать толстый шов. Был один очередной день на нашем проекте.
Хотелось бы прежде всего поделиться кайфом, потому что я не знаю, если вы любите этноинтерьеры, если вы офигеваете от слова лофт, да, чердачный лофт, то я думаю, вы поймете, таких людей не так много, но если вы один из нас, то это кайф. То есть данное помещение, оно не закончено, но у нас такая ситуация, что мы обязаны его сейчас замкнуть, и здесь работы останавливаются, мы переходим в другую часть нашего строения, а потом сюда вернемся. А эта часть какое-то время, она будет закрыта от глаз, и Дима – это человек, который ночами здесь сидел, тратил здесь неимоверное количество часов. Это его ребеночек, он такой говорит: слушай, давай запечатлим, давай приколимся. А у нас также есть небольшой заказик в Амстердаме. И, ну, уж амстердамцы без таких работ, это просто, ну, невозможные интерьеры. Но интерьеры, это не когда ты берешь кирпич, то есть есть либо старые дома, либо новые дома, которые хотят сделать под лофт. И у нас есть возможность из Латвии поставлять этот кирпич. То есть есть строители, которые не варвары, которые не демонтируют это, не выкидывают на свалку, а любовно просто сохраняют, выставляют на продажу, за это надо благодарить. Вот. А потом уже есть парни, которые напиливают этот кирпич, напиливают, геометрия напилок неплоха. Да, Дима? Да. То есть действительно не каждый сможет напилить кирпич, чтобы он, смотрите, ну вот, вот, например, подождите, мы его просто поставим, видите, вот мы его складываем, и он просто вот швабровкой проведем, да, и он просто красавчик. То есть качество кирпича, которое напилено, оно шикарное. Понятно, что он природный, не может быть прям идеальный с этой стороны, но в этом его прелесть. Но что интересно, полторашечка он напилен, а это значит, он не теряет свои функции. То есть я сейчас напомню, о чем я. Если вы его возьмете и покроете лаком, то это будет просто бестолковый кирпич. Если вы его оставите, не покрывая лаком, то представьте себе, что это эко-интерьер, в котором не нужно никакого кондиционера. Когда будет слишком влажно в помещении, он как губка впитает влагу. Когда этому помещению будет слишком сухо и не хватать этой влаги, он также равномерно будет отдавать. И он дышащий. То есть стены, которые дышат, они вашу влагу принимают и вашу влагу отдают. Представляете, как интересно это выглядит? Конечно, это помещение под отель. То есть в Booking, Airbnb вы можете снять это помещение и все вот то, что мы сейчас с Димой наболтали, почувствовать на себе. То есть если вы не живете в лофте, не живете в этнолофте, вы просто арендуете за 70-100 евро вот этот отель, переночуете здесь и прочувствуете этот кайф. Это офигенная история, да, Дима? Да, и еще хотел бы добавить. Например, даже, во-первых, у меня, как у мастера, к этому материалу нет вообще никаких претензий. Во-вторых, видите, например, если вы берете одну сторону, если она вам кажется не очень привлекательной, вы сюда можете перевернуть, и тут вы можете найти совсем... То есть, смотрите, одна и та же плитка, видите рисуночек, и мы переворачиваем его, то есть она более скучная. И да, более волшебное. Да, то есть... Это просто выглядит как запеченная лава, чтобы вы понимали. Смотрите, это... все эти выбоинки, все эти вот как марсианский такой пейзаж. Да. А здесь более она простая, более скучная. И ты можешь комбинировать, как говорит Дима. То есть здесь, когда я это устанавливал, у меня даже немного нервничал, потому что всегда хочется как бы сделать более привлекательное. Поэтому сначала я все это раскладывал несколько квадратных метров на полу, все сортировал по каким-то более-менее, скажем, по размеру, и потом уже пытался из этого составить такую нерегулярную картину. То есть, о чем я говорю, нельзя брать, например, пиленные, потому что человек пилит кирпич, он его сразу и укладывает, это нормально. А когда ты устанавливаешь, ты не можешь брать просто из одной коробки и все подряд устанавливать, потому что иначе они будут слишком часто повторяться, и это не будет выглядеть, ну, мне кажется, так, когда в разнобой, хаос, это выглядит привлекательно.
Интересно то, что когда ты снимаешь такие уникальные отели на сутки, да, тут или какое-то время пожить, от суток до трое, как правило, снимаются такие отели, у этой стены есть своя история. Парень, который эту стену делал, в данном случае Дима, это не просто чувак, который там за сколько-то евро один не работает. Это чувачок, который выпил здесь, по-моему, 3 литра кофе в сутки, очень много курил сигар, он именно сигары, кстати, курит. И он постоянно нервничал о каждом кирпиче, выбивая кирпич, делая. Я вам сейчас покажу кусок, работа уже закончена, здесь нету кирпича. То есть его взбесило вот этот вот кирпич, он его взял, вырвал. И сейчас еще покажу, здесь есть вот этот вариант. Он его тоже просто вырвал кирпичи и говорит, нет. Вот представляете, насколько человек заморачивается, что ему не нравится. Вот тот вариант поближе подтяну. То есть ему не захотелось, чтобы здесь шов был ровный. А здесь шов такой, как будто бы он бухал здесь неделю и просто вот так вот укладывал. То есть ему захотелось оставить свой след, свой такой молитву в камне. И он к этому бережно, с любовью относится. От этого интерьер получается совершенно другой. То есть такой интерьер купить очень сложно, он штучный, эксклюзивный. И когда мы этот отель доделаем, переночевать в этом номере, это будет совершенно другая энергетика. А сейчас мы просто говорим о кирпиче. Да, Дима? Да. Пару слов напоследок. Всего хорошего, спасибо за внимание. Если этот парень вас очаровал так же, как меня, мы собираемся в командировочку. Скоро вы увидите другие Димины работы. Но если хотите индивидуально пообщаться с этим парнем, то контактики, наверное, оставим. Да. Сегодня был очередной день «Строителей без границ». Дима. И его звездный час. На сегодня всем пока. Наш проект продолжается. До свидания.